Apple сильно пропадали. В данный момент подходим к точке остановки, с которой у нас был отхай, но перехая не случилось с этого отката. Подходим сейчас. Что можно ожидать? Можно ожидать, что если Apple не удастся провалиться ниже 129 долларов и оставит нас выше уровня, то, в принципе, можно рассмотреть какие-то контртрендовые сделки, опять-таки, с небольшим стопом. Также, то есть, если мы берем сделки на именно отскок, то какие-то недалекие тейки. С Amazon ситуация аналогичная. Прошли вчера вот этот вот уровень от экстрема 85-87. Нужно посмотреть, как сегодня закроемся. Если вверх и завтра удержимся, то можно будет, в принципе, присматриваться к аккуратным покупкам, так как все-таки уровень крепкий. И снизу мы долго стояли после пробоя, сверху уже стояли, также были ложные пробои, ну и затем было, что было. Поэтому на сегодня я бы смотрел 86 долларов для входа в лонги. Боинг стоит сильно крепче S&P и продолжает попытки расти. То есть бумага стоит, в принципе, сильнее индекса, и при закреплении выше там значения 190 долларов, в принципе, можно будет пробовать также покупать аккуратненько. То есть по запасу хода нужно брать во внимание значение 197. Ну и если здесь будет уже закрепление, то смотреть на дальнейшие какие-то возможные точки, как целевые значения, там 207, 220, 230 долларов. То есть это так на перспективу. Но с тем условием, что бумага стоит сильнее, если S&P подразвернут на вот этих вот рождественских делах, то, в принципе, Boeing тоже может неплохо выстрелить. Bank of America немного здесь подразворачивается. Тоже была... Нет, это я оставлю. Уровень от накопления. Была тоже локальная точка. Постояли в небольшом накоплении и провалились вниз. Сегодня пытаемся вылезать. Если закрытие будет выше, то также я бы ожидал, наверное, уход выше 33 долларов и там уже смотреть возможные покупки. Тоже уровень крепкий, было большое накопление над уровнем и под уровнем стояли, поэтому если осилим и залезем, то неплохо будет посмотреть в покупке. Значит, на Гугле уровень 90. Пока прошли, тоже после падения ложного пробоя не было реакции, и вчера прошли уровень вниз. Сегодня смотреть, если будет выход наверх, то можно будет рассматривать данную формацию как ложный пробой двумя барами относительно круглого 90, либо чуть ниже, чисто именно уровень вот 89.52 относительно бара ложного пробоя. Я все-таки сторонник входа с подтверждением, поэтому для покупок я бы рассматривал формацию выхода наверх, тестирование сверху вниз и затем уже возможные входы на покупки. Джонсон Джонсон неплохо держится, особо сильно не падает. Из того, что сейчас я бы смотрел вот сюда, уровень 177 долларов, тоже с истории, держали сверху снизу, в принципе, точка неплохая, локальная для лонгов, можно будет посмотреть.
пока внизу, здесь еще и с гэпом открылись вниз. Нужно тоже будет подождать. Локально еще можно рассмотреть, наверное, повыше чуть. 177.88. Но аккуратно.